Добрый день. Эфир телеканала «Россия» продолжает блок региональных вестей. В студии Евгения Соседко. И в ближайшие 20 минут подробности самых важных и интересных событий. Роль в движении. На сцене мастер-класс одного из лучших европейских специалистов. Вести культуры. В Воронежской академии искусств прошел мастер-класс одного из лучших европейских специалистов по сценическому движению. Рассказывает Елена Куликова. Сценическое движение – одна из основных дисциплин, которую преподают студентам на театральном факультете. Выразительность, яркость, эмоциональность роли создается не только голосом, но и телом актера. Это важнейший инструмент творчества. Но по природе наше тело лениво, любит лежать, сидеть, вкусно кушать и совсем не любит двигаться. Как его заставить творить, сделать умным помощником? Этому и был посвящен мастер-класс, который дал в Академии искусств ее выпускник Владимир Кран. Он наш земляк. В Воронеже живут его родители. Несколько лет Владимир работал актером в воронежском ТЮЗе. Там и увлекся сценическим движением. Уехал в Москву, преподавал в ГИТИСе и в ГИКе, ставил бои в кино, сам снимался. Пятый год он живет и работает во Франции. Преподает биомеханику сценического движения в ИНСАТе, французской национальной театральной школе. Сегодня Владимир один из лучших специалистов Европы в своей области. Англия, Румыния, Сирия, Бразилия, конечно, Россия, множество спектаклей и фильмов, где Гранов выступал как постановщик трюков, кулачных и фехтовальных боев. Сравнивая наших студентов и французских, говорит. Не очень любят они трудиться, вот работать. Для них это все-таки больше развлечение. Как бы, вот. А наши студенты, они такие рабочие. С ними можно работать, о многом разговаривать. Они все-таки более подготовлены как бы интеллектуально к театру, потому что все-таки у нас традиция совсем другая театральная, чем французская. Они видят много, они понимают больше. С нашими проще, с нашими интересней. Методика, по которой преподает Владимир Гранов, разработана на основе изысканий нашего великого режиссера 20 века Всеволода Мирхольда и его учеников. Называется эта система биомеханикой. И это одно из больших достижений русской театральной школы, которая по-прежнему является лучшей в мире. И если эта школа, как и все у нас, сегодня испытывает определенный кризис, то только потому, что не хватает качественно подготовленных преподавателей. Лучшие российские специалисты предпочитают работать за границей. Кстати, сам Владимир Гранов мастер-класс в академии давал совершенно бесплатно. Целую неделю по 4 часа в день. Студентам повезло. Елена Куликова, Александр Ситников, «Вести Воронеж».